Давай, 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 Данилочка. Есть, я выиграл? И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Данил Топ, Дарт Вейдер, Кольчик Плей. Как всегда, очень много классных подписчиков. Мы скачали классный пилпак на 8-бит пил. 8-битные аниматроники будут гоняться за нами в лабиринте. Если петь, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем убегать. Любви, благополучия, карьера. Как всегда, ребята, у нас настроение классно. Поставьте лайкосик этому ролику. Подпишитесь на наш классный канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день для вас. Ну что, давай тогда просто наверх пойдем на вышку и с вышки будем наблюдать уже за пацанами, как они проигрывают. Давайте возьмем монтировку, чтобы видеть, кого он убил. Так, так, так. Мне нравится эта карта, очень классно. Напишите в комментариях, нравится ли вам карта Лабиринт, потому что мне кажется, это одна из самых эпичных карт, где можно поубегать от аниматроников. А я не вижу. Ты видишь? Вон он, Серега, вон. Он, короче, ищет проход до нас. Кстати, у него очень хорошо получается. А кто-то спрыгнул. Зря, зря, зря ты это сделал, чувак, потому что ты, наверное, долго не проживешь. Он идет к нам. Пацаны и девчонки, он идет к нам, поэтому, мне кажется, нам надо что-то придумать, чтобы не умереть. Пошел, пошел, пошел. Он идет. Надо быстрее сюда бежать. Так, моя цель опять забраться на вышку и с вышки опять попытаться выжить. Он опять за мной бежит? Ты что, сумасшедший? О, классно, классно, что я успел убежать. Мне кажется, он так не может прыгать, как я это делать. Тебя убили, Сережа, ты шо? Надо было выживать еще чуть-чуть, ты что умираешь? Да, я сразу побежал наверх, чтобы его заманить к тебе. Не, я хорошая кабака. Еще один. Вы чего умираете так быстро? Нет, Серега, я должен выжить максимально долго. Ну, пожалуйста, ребята, напишите в комментариях, продержусь хотя бы я еще 5 минут, чтобы не проиграть. Надеюсь, у меня получится. Я хочу жить. Еще один умер. Да что вы такие слабые? Вы чего делаете? Нельзя умирать. Надо веселиться. А куда я бегу? А я бегу, бегу. Ой, я не знаю, что сюда. Давайте, может, тут? Нет, мне кажется, в ночном лабиринте меня убьют быстрее, чем в дневном. И что делать? И да ну блин, у меня этот, я застрял, сам себя загнал в этот тупик. Серега, это на всякий случай, чтобы ты не расслаблялся. Это этот Friendly Fire. Так, ребята, буду сидеть здесь на нычку и посмотрим, сколько я продержусь, сидя на месте в страшном лабиринте. Там не страшный, он веселый, кирпичный лабиринт. Но при этом карта здоровенная, довольно-таки большая. Так, слушаем внимательно. Никого не слышно. Но мы тащим. Я что, остался последний или еще кто-то есть живой? Нет, 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 я в обычном лабиринте сижу. Я просто зашел в такой закуток, откуда вы меня не увидите с вышки. Эй, а они могут телепортироваться, Серега? Я не хочу умирать. Получается, вы можете... Можно телепортироваться наверх и сверху увидеть, где я сижу? Эй, это же нечестно. Получается, если ты в лабиринт заходишь, ты выйти с него не можешь, правильно? Мне показалось, там кто-то идет. Слышите? Слышите? Наверное, я сейчас умру.
Мне осталась одна минута жить. Я уверен, что они все приближаются ко мне. Но я сижу в очень классной части карты, с которой даже свысока мне будет очень тяжело увидеть. Если я умру, то я буду за аниматроника играть и мочить подписчика. В принципе, все, что я больше всего и люблю. Мочить подписчика. Вообще, я хотел первый быть. Но пацаны говорят, давай будем, мы будем первые. И вообще написали в комментариях, чтобы когда искали или убивали, чтобы я повыживал. Поэтому все, что вы пишете в комментариях, я стараюсь сделать для вас. Ну и что, никто не убивает. Когда написал, что я 5 минут продержусь, то в принципе сколько? Я продержался 5 минут, ребята. Кто написал, что выживу, вы молодцы. Я выжил. И вообще можете в комментариях под этим роликом написать, какую рубрику нам следующую снять. Потому что с вебкой, мне кажется, намного интереснее, когда вы видите мои эмоции, как я реагирую и как я умираю и бомбит меня. И рекомендую, наверное, снимать следующую рубрику «Аниматроники пугают охранника с вебкой», когда реально меня будет очень жестко пугать и мое лицо будет пугаться. Фигню сказал. Вы что, не можете меня убить? Да я сижу в лабиринте, мочите меня быстро. Ну. Слышите? Кто-то забанился. Потому что не надо убивать друг друга. Мочите меня только одного. Блин, я чуть не обосрался. Вы что ж так делаете? Так, ну чё, давайте теперь я буду за аниматроника, а вы убегаете. Пока пацаны убегают, я вам покажу вкратце, какие тут аниматроники есть. Shadow Freddy. Golden Freddy. Но обратил внимание, что у них нету анимации. Почему нет анимации? Они просто ходят. Но мочат очень сильно. Клоака нету. Да, клоака нету. Телепортироваться нету. А подождите, какой-то телепортировался, Серега? Вот Golden Freddy, да, телепортируется. Ну чё? 3, 2, 1. Я выдвигаюсь мочить подписчиков. Бум. Смотрите, как я сразу на вышке сейчас окажусь. Очень легко и просто. Потому что дело имеете с профессионалом. Так, выслеживаем. Первая жертва. Это Серега будет. А я вижу тебя. Ты в лабиринте. Это же логично, да? Так, давайте все-таки на вышку тпхнемся. Ой. Ой. Я уже вижу, кто-то на вышке, да, стоит? А я знаю, там синий папайрус, а ты обычный, стандартный. Я убил в воздухе, вы видели? Это было насколько эпично. Убийца-аниматроник идет в лабиринт мочить подписчиков. Так, я одного замочил. Серега, это был это эпичный кадр, когда реально я лечу в воздухе и мочу пацана. Так. Надо глаза открывать. А я телепортировался очень быстро. Это была реакция скунса. О, этого не скунса. Что, скунс это же вонючий. Реакция гепарда. Так, Сережечка, ну где же ты? А я в воздухе могу убить, мне интересно? Ой, на расстоянии большом. Так, ребята, внимательно. Концентрировали булочки и тащим. Так, это не то. Ой, убил опять. Это я другого или того же убил, уже забыл. Не хотел я этого делать. Так, Серега, а ты не в ночном лабиринте? Давайте в дневном только играть. В ночном нельзя играть. О, надо тпхнуться вверх и сверху смотреть, где Серега. Серега, я тебя увидел. Это была очень классная тактика. Надо было сидеть с краю карты, а не посередине. Я бы тебя не увидел, потому что стенка закрывала. Так, Серега, я тебя, короче, два вместе идти. Ты где? А, я вижу, ты за Golden Freddy. Стой, я иду к тебе. Пойдем вместе. Так, вижу тебя. Сейчас я тпхнусь к тебе. О, привет, как дела? Так, я могу тпхаться, зато очень эпично. Как будто по кадрово иду. Но 8-битные, они такие ходят. Серега, применяем тактику. Тпхаемся на самую крышу карты и смотрим сверху, где они. Мне кажется, это самое эпичное
Тактика. Тактика «Ля крыса» называется. Молодец, молодец, Сережечка. Красавелла, брателла. Так, тоже никого не вижу. Подожди, а давайте тпхнемся аж сюда. Не вижу. А вот сюда? Вижу, вижу, вижу. Или тоже аниматрон? А, тоже аниматрон не ходит. Так, пацаны, а сколько мы людей нашли? Я так и не понял. Троих или четверых? Получается, еще трое человек. Так, уже двое человек. Двое, двое. А ну-ка, где ты? Я иду за тобою. Может, в воде, Серега? В воде, точно. Кто-то в воде крысится. Блин, чё я воду реально не запрыгнул? Надо было в воду залезть. Тут обзор очень плохой. Ну да. Так, я не знаю, мы вроде... Да, ребята, кто жив, напишите в чате, я жив. И мы увидим, сколько человек мы еще не убили. Отлично, отлично. Так, я залезу на вышку, буду с вышки вас смотреть. Мне кажется, с вышки намного легче увидеть пацанов. Привет. Я не вижу никого. А лабиринт реально такой здоровенный. Он просто гигантский какой-то. Убил? О, давайте сделаем тогда битву за аниматроника. Каждый сам за себя. 3, 2, 1. Битва началась. King of Fire не успел среагировать. Так, и кто уже умер, не участвует. Просто смотрит на других пацанов. Давай, 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 Данилочка. Есть, я выиграл? Ребята, сразу видно, вы поставили лайкосик, и я затащил. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока.